Итак, всем привет, моя зеленая банда, с вами Flutter Green, и, собственно, я сегодня вообще не собирался снимать роликов, по сути. Сегодня у нас четверг, ну, точнее, у меня был четверг, когда я записываю этот видос, но это... Я за сегодняшний день вообще не записывал ничего, не было просто-напросто желания. У меня-то реакции записаны на несколько дней вперед, так как я не хочу провтыкиваться со днями и даже не прихорашивался, потому что, ну, просто не думал, что сегодня вообще буду снимать. Как вы можете видеть, я как бы в кепке из-за того, что у меня в последнее время большие проблемы с волосами, из-за чего я именно и постригся достаточно коротко, я хотел полечиться от всего, потому что это даже на вебке видно, что у меня есть проблемы с перхотью и шелушится сама кожа. То есть она очень сильно пересыхает. Но сегодня не об этом. Сегодня не об этом. Сегодня хотел бы вот объявить о том, что я как бы добился 195 тысяч подписчиков. Почти 200 тысяч. То есть... Эти 100 тысяч у меня набирались очень-очень тяжело на канале, но, тем не менее, я не это хотел затронуть сегодня, а то, что блогеры мне неплохой, ну, вообще, YouTube мне неплохой подарок подарил на этот, так скажем, юбилей. Собственно, вот я собирался только вот... попраздновать просто так для себя, может быть, что-то сделать такого прикольненького, там, в плане, там, посмотреть какой-то необычный фильм или, там, закупиться выпивкой и под него просто, может быть, стрим провести, может, еще что-то, но желания вообще абсолютно не было из-за того, что им не влепили страйк. Страйк. Я до сих пор понять не могу, из-за чего я могу выкладывать ролики, потому что выкладывать при втором страйке нельзя 14 дней. Но YouTube, видимо, мне это позволяет. Он мне просто позволяет. И многие, возможно, задумываются, что это из-за Metal Family, кто-то нарушение кинул или еще что-то. Нет. Из-за ролика, который я запилил 2 года назад. Кто помнит, я тогда снимал реакции на мемы. На мем-анимации и все дела. И там был мем, который я заснял... там... Свути Бути, или как-то так он называется, и один из авторов, видимо, опять же таки не разобравшись в ситуации, просто взяла и скинула мне, страйк. Просто на ровном месте. На ролик, который она заметила спустя 2 года. При том, что я как бы ничего такого плохого не сделал, это не перезалив, не компиляция какая-нибудь, это... просто реакция. Просто реакция на ее ролик. Все. Причем на 30 секунд. За это достойно страйк кидать, я этого не думаю. Если бы там полноценный ролик был, то окей, без проблем. Но 30 секунд ролик идет. Алло. При том, что там кучу авторов было. И я понимаю, что есть люди, которые вот понимают, что реакции как бы помогают в продвижении, они помогают с просмотрами, они помогают с узнаваемостью, еще с чем-то, но это меня очень сильно опечалило, потому что еще один страйк, и я могу попрощаться с каналом. Вот так вот и получается, ребят. Я пытался с ней связаться, чтобы
типа написать, подискуссировать, чтобы она сняла свой страйк и просто там можно было бы договориться, чтобы она сняла страйк, и я бы просто удалил видос. Для меня это было бы не проблема. Но суть в том, что все ссылки у нее просто-напросто нету ссылок на места, где она сидит. Например, Discord, у нее есть ссылка на Discord, вау. Она там даже не приписана в админы. Почту мне скинули, но при этом я не уверен, что она отпишет. То есть мне так кажется, что она просто проигнорит. И я просто, считайте, потеряю и солью 6 лет своей жизни в унитаз. Такие вот, ребят, дела. И это еще не последнее разочарование в последнее время, потому что подобных моментов в последнее время вообще было много, насчет которых я хотел бы подискуссировать, обсудить. Просто многие вещи достаточно обидны мне. Я раньше на это просто-напросто, на хейт какой-нибудь, еще что-нибудь, просто-напросто не обращал внимания, но люди в последнее время прям стают абсолютно неадекватчины, и я просто-напросто поражаюсь этого. Мало того, что влепили страйк, так несколько дней подряд я депрессую из-за того, что люди меня, оказывается, не ценят. Вау, вы удивлены, а я не удивлен. Почему? Вот смотрите. Есть такая вот тема, что люди пытаются меня заставить смотреть на что-то реакции, на то, что они хотят. И в основном, когда я, допустим, на стримах делаю какие-то там реакции, возможно, еще что-то, обязательно будут люди, которые просят, чтобы их заметили. В комментах обязательно будут люди, которые захотят именно на них реакцию. Не на какой-то видос, который они хотели бы, чтобы я посмотрел, а именно реакцию на них. Видите ли, им мало того, что я делаю и так реакции на фан-контент про себя. Люди порой даже дико невнимательные, просят меня делать реакцию на то, на что я уже сделал. Были такие моменты, и не раз. А вот под диагноз сюрприз, который я в этот же четверг выложил, так вообще человек написал, что под 26-й частью, то есть моей реакции на 26-ю часть, и подписано что-то по типу Flutter выпускает новый видос. Я. Ну когда же выпустят 26-ю часть, при том, что это и так 26-я часть. Называют ник неправильно, еще что-то, то есть я, по сути, людям безразличен, так скажем. Потому что люди считают, что ой, ты делаешь все только ради денег, ты делаешь все ради того, чтобы там собрать побольше донатов. Мне просто было бы приятно, если бы люди меня поддержали хотя бы с этим, потому что есть два таких вот отделения. Одни ютуберы пошли на YouTube и зарабатывают миллионы, другие ютуберы зарабатывают гроши из-за того, что люди просто-напросто не смотрят. Типа, если я хотел бы в дальнейшем жить, занимаясь тем, чем мне нравится, то типа,
Какой бы мне вообще был бы смысл продолжать снимать ролики за гроши? Я за эти деньги вот не смогу проживать каждый месяц, потому что то, что я зарабатываю в данный момент, это даже меньше, чем средняя зарплата в моей стране, кто не знает. А есть люди, которые и по 2000, и по 4000 долларов в месяц косят. Я знаю блогеров, которые по 30 тысяч долларов могут заработать. То есть огромные деньги. Но я не такой. И всегда не был таким. Всегда я, честно говоря, понять не мог, почему именно со мной происходит какая-то лажа. За все вот это вот время моей деятельности постоянно прям происходила какая-то жесть. В 2017 в конце меня отключила партнерка, отобрав все мои деньги. Это сейчас, ребят, без шуток. Меня партнерская программа отключила, когда я начал хотя бы вот... Я ушел уже с того момента, когда начал снимать только пони-анимации. Я снимал, начал тогда только снимать страшилки, комиксы и так далее. Тогда меня отключает партнерка, когда у меня все начинает расти и расти. И все, вообще все деньги, которые я заработал, они забрали себе, отключив меня, ничего не объяснив. И даже не скинув ни единой копейки. Меня обгоняют мои лучшие друзья, что было обидно. Ну, не то чтобы обидно, я рад за них. Я действительно рад за них, за их успехи, за то, что у них так круто получается все. Но все же частица обиды осталась, потому что все-таки, например, тот же самый Влад... у него 600, ну, майни. Может быть, опять меня кто-то не поймет и скажет, что, о, ты что, про Влада? Нет, я про майни. У него 600 тысяч подписчиков, при том, что он занимается своим каналом, по-моему, с 2016 года. Я же занимаюсь своим каналом с 2014, то есть на 2 года больше. И... если честно, я порой задумываюсь, типа, а что я вообще пытаюсь добиться тем, что я пытаюсь оставаться, по крайней мере, тем же самым, кем остаюсь. Например, люди меня просто не уважают, все пони-блогеры презирают. Причем я даже не знаю причины, никто даже не скажет мне причины, они просто меня недолюбливают, наверное, из-за того, что я снимаю реакции. Кто-то вообще, помнится, когда-то говорил такую тему по типу, он хороший чел, несмотря на то, что он снимает реакции. Как вообще... Я вот понять не могу, как вообще то, что я снимаю, отражается на том, какой я вообще человек. Ведь вы меня и так никто особо так не знаете, так как не видели, не общались, лишь на стримах. Ну, может быть, вы можете судить меня по стримам, потому что я все-таки общаюсь с чатом, с донатами и так далее. Так вот... Получается так, что я просто делаю порой это зря. Ну, у меня, по крайней мере, так складывается мнение, что я делаю пони-контент зря. Остаюсь на той же самой волне. Да, я могу взять, понаходить какие-то проекты, которые будут люди смотреть, но их все равно не будут смотреть. Попробуй не засмеяться, челлендж хотел вести. Окей. 500-600 просмотров на ролик. Хотел сделать реакции на аниме полноценные.
600 просмотров, 900 только из-за того, что я на главную страницу поместил сам ролик. Хотел скетчи поделать. Все мои скетчи получали там в районе 600, может быть, 700 просмотров. Ну, в общем-то, такое себе. И я вот думаю, что если вот ребята хотят, думают действительно, что я буду, что я делаю все ради денег, то пусть тогда и делают, и думают, я буду просто как бы делать то же самое в таком случае, наперед записывать подряд ролики и просто заниматься другими проектами, в которые я буду вкладывать, по крайней мере, душу. Поскольку искра угасла, как только начали появляться просто какая-то дичь на моем канале с тем, что люди могут меня полить грязью, если я что-то не так сказал в видосе. Кто-то вообще: ой, ты в Metal Family слишком, типа, плохо говоришь. Это оскорбление в сторону авторов. Типа, ты должен смотреть более глубоко в серию. Я смотрю видос. И это я смотрю, не вы. Хотите, можете сами записывать реакции, блядь. Типа, это ваше решение. Ну, идите сами запишите, окей. Но не надо мне писать и говорить, как мне снимать. Я снимаю, как хочу, потому что это все-таки мой канал, а не ваш. Или кого-то еще. Того результата, который я добился в данный момент, я добился тем, что я пытался не сдаваться. Пытался, по крайней мере. Несмотря на все мои срывы, несмотря на все моменты, которые вообще были за всю мою карьеру, это прям было очень жестко. И я просто вот так вот думаю, что, ребят, я перестаю, вот начиная с этого момента, я под этим роликом еще почитаю комментарии, а остальные я больше читать не буду. Мне просто надоело. Многие типа: блин, я в роликах даже говорил, я даже на стримах говорил, я читаю все комментарии. Но люди все равно такие: ой, ты читаешь комментарии, а ты поставишь лайк под мое видео? Больше нет. Я больше этим заниматься не буду. Я понял, что людям просто все равно, что я не какой-то робот, а человек, которому иногда тоже тяжело, я просто перестаю читать комменты. Вот серьезно. Но я в любом случае всегда буду читать донаты. И то, что мне просто пишут в ВК, в мой паблик, в сообществе, в постах. Мне на это все равно не будет. Мне будет все равно на дохриллион комментов, которые состоят из: я первый, кто то-то-то-то, поставьте лайк, подпишитесь на меня, сделай реакцию на меня. Мне на это абсолютно теперь все равно. И уж тем более, если вы такие, типа, если вы так, типа, со мной, то какой, типа, будет мне смысл снимать на вас реакции? Вы об этом вообще подумали?
И главное, вместо того, чтобы обычный коммент написать, обычный, типа, мне понравился видос, все, точка. Обязательно почему-то надо писать, ой, мне понравилось твое видео, через несколько строчек, пожалуйста, сделай на меня реакцию. Очень приятно, спасибо. Вот это вот, то, что называется уже неуважение к автору. Так вот, что я хочу сказать. К сожалению, правда. Если мне дадут еще один страйк на протяжении следующих 3 месяцев, мой канал забанят. Но, тем не менее, у меня будет небольшой шанс перевести вас на другой канал, пока этого не случилось, если вдруг это случится. Так что попрошу, ребят, подпишитесь по ссылке в описании. И я хочу уверить вас в том, что если я буду начинать на другом канале какую-то деятельность, и даже если этот канал забанят, я по ней смотреть не буду. Все, это финита ля комедия. Почему? Потому что смысла в этом больше нет. Аудитория полностью вымерла. И мне все равно по поводу этих комментов, по типу... Ой, а почему у тебя так мало просмотров? У каждого разный контент. И каждый по-разному раскрывается. Есть каналы, которые зарабатывают огромное количество просмотров при своих количествах подписчиков. А есть каналы, у которых мало просмотров, но зато много подписчиков. Я из таких. Я могу кучу прям примеров привести, но я не понимаю, почему привязались именно ко мне. Люди что, не соображают? Или в чем-то другом есть причина? Например, есть чел, которого зовут Лекс. Он делает какие-то летсплеи, у него на канале около 800-700 тысяч подписчиков. У него ролики собирают там в районе 20-30 тысяч подписчиков. Это на русском ютубе. Я вот просматривая ютуб, сегодня смотрел, был челик, который на английском ютубе пилит тоже летсплей, но летсплей по телефонным играм. У него 200 тысяч подписчиков, ролики собирают по 1500-2000 просмотров. Женя Белозеров, даже можно вот его указать. Женя Белозеров имеет 2,5 миллиона подписчиков. При этом всем его ролики собирают от 100 тысяч до 200 тысяч. Даже меньше. Если даже я вот во время видоса это чекну, все. Женя Белозеров. 2,5 миллиона подписчиков. Да, его ролики собирают по 100 тысяч, некоторые по 40 тысяч, некоторые по 80. То есть и рофл в том, что собирают так мало так много просмотров только на роликах, которых он на явное дело захайпился, на названии, там, на еще чужом имени каком-то. Но я не из тех людей, которые хотят хайпиться на чужих именах. Да, я бывает прошу там у своих друзей помощи там в пиаре, но после того, как они просто забивали болт на мои просьбы, я просто перестал просить и...
Ну, типа, если там какая-то техническая часть, там, качество ролика или еще что-то посоветоваться, то я это советуюсь. Они отвечают нормально. Но если там поучаствовать в ролике или еще чем-то, то они меня просто динамят. И я просто на это забил. И хайпиться на именно чужих именах, в названиях роликов я не особо-то хочу. И мне порой даже тошно от всего, что происходит на Ютубе, всего, что происходит в моей жизни. Потому что я уже мог бы давным-давно перейти на другой контент, возможно, забросить этот канал и перейти на другой канал. Но просто каждый раз я возвращался к своему каналу, потому что это, понимаете, это мое детище, которое я продвигал с 2014 года, почти 6 лет назад. Почти 6 лет назад я начал заниматься этим, выстрелил, слабо выстрелил, но все-таки я продвигался. Хоть и слабо, но все равно продвигался. Так что, ребят, вот такие вот пироги. Так что, да. Если хотите, чтобы я на что-то делал реакции, что-то предложить на реакции, лучше уже пишите мне в обсуждение. Там есть там на реакцию обсуждение, тема. И туда просто скидывайте ссылки. А чекать комменты, чтобы на что-то сделать реакцию, я не буду. Но не спамьте, пожалуйста, в ЛС. Я личные сообщения в ВКонтакте держу для того, чтобы отвечать знакомым и людям, которые хотят у меня купить рекламу, возможно. Хотя и то не факт. Кто вообще у меня может в данный момент купить рекламу? Наверняка уже никто. Потому что я не собираюсь чекать комменты, и я это без шуток. Просто бывали такие времена, что я захожу. Допустим, у меня веселое настроение. Хочу просто там поснимать что-нибудь. Захожу в комментарии, когда отдыхаю, и вижу просто дикое количество негатива, либо школьничных каких-то комментариев. Ну, чисто от детей. И просто-напросто унываю. Как это можно назвать? И да, те, кто сразу отвечает тем, кто напишет по поводу вот паблика моего в ВК, типа, у меня нету ВК, что мне теперь делать, как мне теперь попросить что-нибудь на реакцию. Мне все равно. Просто не просить. По крайней мере, ВК будет адекватнее. Вот честное слово. Потому что я заметил, что там аудитория всегда почему-то была адекватнее, чем на Ютубе. Прям в разы. Так что, ребят, такое. Сорян, что я убил ваших 30 минут времени, но этот видос был лично для меня важен. Подписывайтесь по ссылке в описании на мой новый канал на случай, если этот забанят. И просто предупрежу.
Если не хотите подписываться, не хотите смотреть ролики, которые я там буду выпускать, если буду выпускать, не подписывайтесь. Лучше не надо. Потому что по ней, если меня тут забанят, я снимать там не буду и не собираюсь. Хоть это и жестко с моей стороны, я не люблю таких прям тем, но я просто устал от по ней. Я просто их не хочу снимать. 2000 роликов на канале. Вы чё? Разве так тяжело меня отпустить? После стольких лет работы. Ладно. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Надеюсь, что были люди, которым вообще был важен этот ролик. Кому вообще было интересно послушать. Всем спасибо, ребят, всем удачи и всем пока-пока.